Мирном открыли 6 детских площадок. Городская администрация устроила шоу с аниматорами, эстафетами и музыкой. Там посижу, а там качаюсь. А нашему лисенку и мамонтенку нравится детская площадка? Здесь карусели, качели, горки, паутины для лазаний, уличные тренажеры, игровые городки построили благодаря федеральной программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Для участия в программе горожане предлагали идеи и голосовали, в каких именно дворах должны быть городки. Теперь новые общественные пространства находятся по адресу Комсомольская, 22, Тихонова, 15/1, Звездная, 46, Советская, 17А, Солдатова, 3, Бобкова, 3. Впереди еще у нас очень-очень-очень много работы. Еще впереди откроется не одна площадка, еще будет не одно общественное пространство созданное, чтобы мы могли радоваться жизни в нашем городе. Было очень классно, чтобы дети их сохраняли. А мне кажется, красоту всегда очень приятно даже сохранять. Поэтому я думаю, что все у нас получится, и наши дети будут воспитываться вот в такой красоте. И, конечно же, они, соответственно, будут к этому относиться. Несмотря на то, что площадки открыли к концу лета, проводить на них время горожане смогут в любое время года.